Итак, добрый всем день, дорогие друзья, зрители, подписчики, всех приветствую, всех рад видеть на своих стримах и при просмотре записи этого видео. Значит, продолжаем свою кампанию в Moonblade Bannerlord, да, идет все не так радужно и не так бодренько, как это представлялось, как это хотелось, но мы играем на хардкоре. На самом сложном уровне, высоком уровне сложности. И вчерашний стрим мы закончили на том, что мы разнесли один из отрядов наших, ну скажем так, потенциальных врагов. Кстати, 7000 минус 108. Можем, да, пока улучшаться. Накопить нужно нам определенное количество денежек. Опа, боевой конь у нас нужен на будущих кузаитов. Копить необходимо нам порядка там 15-20, наверное, тысяч для того, чтобы суметь, ну, как говорится, немножечко подналадить свою экономику в том плане, чтобы, ну, скажем так, иметь доход, помимо того, что мы продаем и убиваем контракт наемника, плюс 130, а все-таки плюс 130 мне дает... каждый день получается. Ну, прикольно. Итак, мы с вами, напомню еще момент, нам нужно встретить еще троих лордов, которые смогут нам рассказать о безумии Нереция, да, для того, чтобы потом взять, иметь возможность убить, ну, скажем так, найти знамя части, недостающие части дракона, для того, чтобы иметь возможность создать свое королевство в будущем. Так, продолжаем качаться, прокачивать себя, своих соплеменников, скажем так, соклановцев. Инфантри, форма шилд вол! Где-то они внизу, судя по всему. Наверное, все-таки будет основная война у пехоты сегодня. Попробуем рыцарским ударом встретить. И, блядь, встретить. Это у нас веточками бросаются морские... морские грабить. Видите ли, у меня, смотрите, сколько хп они отняли. Так, лучники, ну-ка вот сюда. Рассредоточиться. Пехота, пускай вот здесь стоит, куда повернуть. Да. Промазал. Конницу не пускаю, пока качаем пехоту, лучников. Все. Двоих потеряли. Ну, они такие, дядьки, серьезные эти. Морские товарищи. Селяне. Мы не будем брать мы селянинов. О! Можно пока взять их. Обычное копье. Так, шапка головы у нас уже есть. Это так, сяк. Через косяк. Так, нас надо еще наряжать наших товарищей. Этого тоже есть такая же шапка, да? А еще у нас еще один есть. Держи себе шапку. В остальном вроде... А, нифига не вроде. Вот это будет получше. Это будет получше. Это все тогда забираем. Окей. Здесь у нас в ремонте. Пойдемте вот сюда еще тогда. Так, собирают там ребята армию. Так, двадцатка уже морских.
Морских налетчиков, это уже серьезно будет. Это уже будет серьезно. Надо идти самим в атаку и отправлять уже. Так. Давайте. Сюда пошли стрелки. Здесь будет стоять пехота. Причем. Конница пока здесь постоите. Мало у меня пока конников. Так, ну и пехоту давайте поставим на повыше сюда. Вот сюда. Чтобы они подальше были от этих морских говянышей. Так, у меня немножечко по ХП есть. Так, начинаем, тихонько начинаем. Давайте, наверное, здесь конных лучников сейчас отправим в атаку, чтобы они закружили. Поехали. Конница пока стоит. И вот и стена щитов. Давайте пехоту в атаку. Бей его, да и все. Потеряли мы... А, они на нас нападали даже, офигеть. Одного мы все-таки потеряли, причем... Причем безвозвратно. Так, причем безвозвратно. Еще то, что у нас двуручное, недвуручное. Второй уровень. Здесь у нас их дофигища. Не трогаем их пока. И здесь их дофигища, да? Пленных 15. 15 пленных у нас по людям, по ХПшке мы пока просядаем. Давайте вот деревню подождем. Так, уже не 15, наверное, да? 11,5. Лесные разбойники, они все стреляют. Они все стреляют, и их 11. Ну, это хера на самом деле. Давайте я попробую здесь все-таки подождать, если на меня еще никто... Опа, 25. Эти уже могут залупиться вместе вот с этими. Будет тяжело. Очень много здесь товарищей разбойников. Надо их почищать. Стопы, у нас где-то собирают войско. Если они собирают войско, они сейчас пойдут кого-то бить. Можно, кстати, присоединиться и поучаствовать, например, в осаде, как вариант. Блять, опять семейная вражда. Ну, мы попробуем. Ну, я... Больше чем уверен, что я опять проиграю в этом споре.
хрена себе здесь чувак, блядь, окопался. Так, а у тебя чё? Логово бандитов, ну видите, как здорово. Давайте сначала семейная вражда, потом логово бандитов. Вкачаем пока товарищей. Не знаю, лучник-арбалетчик, лучник-арбалетчик. Давайте арбалетчиков вкачаем. И вроде как с щитами, если что, даже могут и по голове настучать. Так, а что у нас по лучникам? Раз. Три. По стреляющим. 3, 8, 10, 11, 12, 15, 21, 27. Но пока мало. Давайте пока лучников качаем, значит. Да, пока на лучников пойдем. Чурик. Чурик это наш, того, кого мы сопровождаем. Минус 12. Окей. Так, а идти нам надо куда? Карсиас. И Ратагорс. С ним надо поговорить. Карсиас, Ратагорс. Очень много здесь этих гаденышей. Я прям что-то это не очень уверенно себя чувствую, когда их вот столько вокруг меня. Уж больно они стреляются хорошо. Так, давайте мы вот так сделаем, чтобы уже быть готовыми и подготовленными. Со мной два чувака, да? Горгер из холмов. С кем надо поговорить-то, господи? Ратагорс с Карсиарс. Там. Давайте здесь подождем наших товарищей. Я даже сойду с лошади. Короче, если биться, надо вот этого хотя бы убивать тогда. Ратагорса, блядь. Оружие. Кстати, здесь недавно узнал, что можно качать атлетику, передвигаясь по карте без лошади. Надо будет сейчас попробовать. Что-то медленные мы какие-то. Сейчас посмотрим, на что она влияет. Ратагорс, да? Окей. Значит, тебя надо будет валить, если что. Похоже, ты пришел на собственную похорону для тополя. Я говорю, эй, попридержи коней, ты нарушаешь закон. Он говорит, ну, может быть. Он говорит, что это был несчастный случай. Но обаяние расчетливо. Этот чувак скупой и милосердный. На что давим тогда, получается? Если он скупой, то я расчетливый. Давит на милосердие, да? Тогда и тот же обычай даст такие же права вашим врагам. Провал, блядь. Ну и один вариант остался.
Ни разу я еще не выполнил это говёное задание, блядь. А его нельзя убить, по-моему. Охереть, его вообще не убить. Гис спрашивает навык одноручно. Ты иди к своей семье и скажи, что... чтобы они прислали нам кровавые деньги. А, все, договорились, короче. Уходи сейчас же и никогда не возвращайся. Если мы когда-нибудь увидим тебя здесь, то тут же убьем. Спасибо. Пожалуйста, Чурик. Беги. Первый раз я сделал это дебильное задание. А? С этим ухудшились. Короче, с одной деревни улучшаешь, с другой деревни ухудшаешь. Так, людей нанимать я не хочу. Купить товары. Что у нас по еде? По еде пока все ровно. А, чё, подожди. Рыба. За семеру. Рыба за семеру, это очень дешево. О, блядь, я не могу много нести, да? Блядь, только вот так. За семеру, прикинь. Охереть. Зерно за шестеру вообще продают, за девятку покупают. Ладно. Так, пошли. Сейчас будем пробовать брать это здание гребаное. Как, не здание? Здесь что, это зам? Нет, это город, слушайте. Без оружия, прикинь. А почему? Опа, есть турнир, а у нас нет здоровья. А, ну, в любом случае. Плюс 10, когда в поселении. Отлично, личный плюс 2. Короче, один хрен нам надо здоровье повышать, прежде чем идти на это укрытие, иначе нас просто там расфигачит в пух и прах. Ну, а перед этим поучаствуем в турнире. Опа, и сдать надо пленных. Или что, или взять морские налетчики. Или взять? Так-то они вроде сильные, ребята. Похер, зато бесплатно. Опа, там вражина какой-то у нас ходит, 60, а у меня всего лишь 52 бойца. Ладно. Опа. Знаете, а мне сейчас он не даст вмешаться, да? Сычёныш, ладно. Мы платим. Нормас, давайте на арену. Ха-ха, все закончилось. Огонь.
Так, его нам надо зачистить, да? А всего лишь 8. Так уж и много. Опа, я в таких еще не был. Морских. Так, стреляем по умолчанию. По усмотрению. Я словил. Вот это я словил, так словил, блин. Плюс 5. Поехали в город тогда сначала. В городе плюс 10. Обалдеть. Нахер грабителей. Да уж, это было жестоко. Первый раз такое. Пойдемте. Попробуем еще раз попытать свое счастье, блядь. Так, сейчас, ребятки, я к вам пойду, буду с вами там ходить, бродить. Зачистим, сейчас уж раз взяли миссию. Да, вот этот типок, конечно, ага. Как дал мне, блядь. Да куда ты? Убирайте стрелы свои, еб. Скажите, что стрел нет. Топор летит. Ловите топор. Так, чё, кого, куда дальше? Ты что он сказал, в атаку идите, я за вами. А, я им сказал, за мной следует. Японский городовой. Так вы зачем разделились-то, алё? Ладно, пойду с меньшинством.
Не хочется прям... Опа, одного нам завалили. Еще одного завалили. Блять, у меня какой-то прик. Таким топориком, наверное, больно прилетает. И все. Маленько совсем. Ладно, пойдемте тогда сейчас. Я думал, они присоединятся. Arrow forward! Mountain attack! Так, есть древесина. Давайте в кузницу попробуем зайти. У нас же есть кузнец. Сейчас мы дерево переплавим в уголь. Потом переплавим топоры. Или какие-то штучки-дрючки. Так, ковать можем какую-то фигню, да? А если это будет кузнец? Один хер, ничего не открывается, да? Хотя у него здесь хорошо все прокачано. Странно. Ковка 7. Кузнеца ковка 60. У этого 0. Странно. Я думал, что если у чувака будет прокачана ковка, да, то он может нам помочь в этом деле. Окей. Уголь я тогда пока оставлю. Сталь, железо. Сталь, железо. Не очень много она весит. Давайте оставим тоже пока. Лен продадим нахер. Уголь оставим. Все продадим. Лишнее. Короче, в этот район идем. По дороге, может, кого встретим. Опа. Archers, move!
Stand apart! Footmen! Raise your shields! Mount! Kill them all! Только щит опустил, сразу прилетело. Блять, мы сейчас этих всех товарищей потеряем. Стрелков кот. Тяжелые вот эти товарищи. Так, пехота, давайте-ка вы. Похер. Да в ближний бой их заводить. Вот так вот, блять. Погнали в плен, судя по всему. Блять, какие стрелки, собаки серые. Сир, масло. Ух, жуки. Ладно. Поехали дальше. Кем мы там ходим? Сюда? Боевой конь, охереть. Так-то людей надо нанимать, по идее. Что-то мне мало же народу стало. Я не туда поскакал, походу. Слушайте, наши скоро вынесут наши этих. Кому там присягнули. Зенон дала. Так, скрытая длань какая-то, кукловод, ботанский новобранец, их много, у него ботанских воин клана, ботанский обученный воин дозорный, сургутский новобранец, 63, а у нас 43, и я не очень здоров. Блять, ладно. Опять сейчас нападут, нет? Сейчас нападут. Вдвоем. Ёпта, это что такое у нас?
сколько у вас здесь, ребятишки? Ладно, давайте, если нападут, сколько их здесь? 28, 28, 50, а, не 50, 16. Ну, блять, ну лесные участки, мы с ними бились. Да, они нас будут выхлёстывать только в путь. Ладно, еду, а там посмотрим. Нападут, так нападут. Не напали. Окей. Наверное, будем нанимать людей тихонько. Ага. 90. Попробуем. Я за красненьких. Ох, бля. Ты зачем пришел сюда, эй? Стреляйте в него, эй. Красненькие вы первые. Козлы. Красненькие. Идиотка. Да все, это слив, и нас дальше не пропустят. Здесь уже дороже сталь, железо. Короче, надо плавить потихонечку и продавать. Я так думаю. Рыба по 37. Прикиньте, мы там по 7 брали. Здесь по 37. Жалмарис, ты где? О, не, далеко. Кстати, а чё я теперь поговорил-то с чуваком? Это хер какой-то наёмник, судя по всему, не лорд. Морение. А, я же хотел еще коня себе убрать, атлетика. Сразу же пишем, и также пишем, передаваясь по логобальной карте, вы будете его учить. Скорость бега, да, надо учить. Надо учить.
Имперский Дестре наш конь, если что. Мы рядышком. Так, мы можем, наверное, к ним присоединиться, да? К этим товарищам. Да, присоединиться к армии, они куда-то пойдут. Сиронея. Да, далеко как. Давайте присоединимся. Легко. 24 дня. Хер не мою. Лошадь себе забрал. А мою. Собака серая. Смотри, да, качается. Так, мы идем на замок, судя по всему. На этот. Оу, а здесь у нас, смотрите, какое войско. Слушайте, мы так можем еще и люлей получить. Серьезно. Да они сейчас придут к нам сюда защищаться. Этих немного, но зато вот она идет армия. Может свалить отсюда с армии с этой? Вот и все. И накирнут нас сейчас. Блять, зачем я послушал этого дебила? Давайте мне кавалерию. Или стрелками лучше. Я лучше стрелками. Эх, вас нахер. Стрелки вот туда. Погнали. Forward! А, я без лошади. Твою дивизию. Я забыл лошадь поставить. О, блядь. Так, стрелки не туда. Archers! Давайте вот здесь поближе. Move! И разворачиваемся вот сюда. Turn! Стрелки сюда, в деревья, чтобы конница нас не достала, если что. Слушай, а я остальными войсками своими не управляю, получается, да? Да, только стрелками. Работаем, стрелки, что здесь скажешь? Stand apart! Танкист огонь под прикрытием пехоты. Танкист уже херачит. Вы там, о, мои уже начали отрабатывать. Положено. Вы давайте нас прикройте, блядь. Archers! Опа, просрал. Опа. Конницу просрал. Куда к Му? Сюда, Му. Эй, туда развернулись и долбами фла этот в тыл. Вы чё? Тактику совсем не учили, что ли, Верка?
свой, не свой. Не знаю. Так, одного вальнули. Танкист работает, и давай там, слышь. Так, стрелки. Стрелки, вон туда работаем. Сюда работаем. Стрелки по стрелкам работаем. Так, а мы синенькие или мы фиолетовенькие? Блять, я не знаю, мы синенькие, мы просасываем. Сюда работаем стрелки. Так, мы всасываем. Ребятки, мы всосали этот бой. Значит, посадят куда-нибудь. Иди сюда. Назад отходим. Блять, ввязался в армию, тип. Какому-то придурку, блять, в армию пошел. Просрал и войско свое, всех, блять, просрал. Качался, качался, накачался. Я тебе, козлина, блядь, запомнил. Кто ты был? Я, меня посадят в темницу, и буду я там сидеть, блядь. Блять, у меня сейчас вообще ничего нету, да? Блять. Ой-ой-ой, они это оставили мне. Коней железа. Это было печально. Где мои товарищи? Ох, ёшки. Нихера себе, вас раскидала судьбинушка. Сейчас меня вот эти примут. Мироны. У меня нету еды. Зерно по 15, нихера себе. Блин.
Орион. Хлопок. Да. Это было глупо. Здесь зерно по 10. Нет, я пока не готов каравану сопровождать. Так, я за синеньких. Это свой. Оп, это зря. Это было зря. Эх. На копейщика идти до смерти. Ай! Сучёныш, блядь. А, сихонист какой-то. Так, герой, я ля герой. Так, ты за синеньких. Так, ты за мной, что ли? Опа, блядь, промазал. Раз на раз.
отпустил. Отпустил. Отпустил, так отпустил, щит. Так, мы бомжи. Надо об этом помнить. Или просрать все войско, надо... О, враги. А давайте присоединимся, почему нет? Только возьмем теперь лошадь. Боевого коня я своего дал, просрал. Здесь вроде уже будет поудачней. Когда мы в армии, у нас здесь влияние небольшое растет. Можно, кстати, стать их вассалом, если они меня, конечно, примут. Узаиты заключили с кем-то мир. С кем? С Южной империей. А мы, кстати, в какой империи? Мы с Южной империи. Смотрите, какие осадные орудия. Это город. Как... А, нам вот так можем поговорить с лидером отряда. Давайте мы, наверное, присягнем до Южной империи. Их вроде выносят, будет интересно. Среди людей вы известны как храбрый. Я буду рад принять вас, меч, ко мне на службу. Конечно, я готов присягнуть. Клянусь всеми, там, ля-ля-то-поля, утверждаю, что ты исполнитель сената народа. Принимаю вступление в армию Альгарадии и так далее. Вы мой командир, поэтому я следую за вами, куда бы вы ни пошли. Окей, все. Мы теперь лаброки и являемся вассалом
теперь есть шанс получить какие-нибудь наделы, принять участие в голосовании. И тому подобное. Так, ребятки, подтягивайтесь, наверное, буду сейчас нас помочь, Рогей, помочь. Так, сейчас сразу оставим коня в покое. Коням не понадобится. Нам бы лук, а не... А, не лук, а не стрел, окей. Хотя бы щит есть. Первая наша осада в этой кампании. Я, кстати, не посмотрел, какие там силы, соотношение сил. Сейчас немножечко прогрузится. Эх, а так бы раз сразу наверху, да? Едешь над ней. Так, у меня обычно какая тактика? Я жду, пока вальнут кого-нибудь из лучников, поднимаю с них лук. Копье, кстати, можно выбросить, наверное. Да. Опа. Бросить потертый на щит. Кавалерийское копье. Меч. Или эти штуки. Давай эти штуки бросим. И копье. Нет, эти штуки пока мы поднимем. А вдруг кого-то можно будет покидать. Завалят, мы зацепим его лук, стрелы. Так, есть, кого-то вальнули. Отдайте мне стрелы, блять, взять. Это не замок. На. Лови еще. Хорош. Какой сильный чувачок, да, стоит. Опа. Тут стрелы, 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 стрелы. Хорош.
Похоже так сильно. Кого почти не убили. Ну пофиг. Мини-тренировка такая была. Цена чего? Вы охерели. Всех забирают людей, говорит, не собирай своих людей. Двадцать восемь зерна. Медицина. Так. Увеличение скорости исцеления персонажа на 10%. Увеличение скачков жизни персонажа на 10%. Давайте сделаем. Есть чё, кто? Всё. Все разбежались. Ой, блядь, не то нажал. Чёрт! Thank you.
попробуем. Их вроде как больше. Мы сейчас возьмем себе лошадку. Лошадку. На лошадке попробуем покрутить, повертеть. Есть с кем вроде как пострелять. Bowman, forward! Хорошо. В плюс работаю. Что по торговле? А я вот это вот так и не дозабрал, да? Ёпта, вот этого я так и не забрал. Ну, пойдемте за своим товарищем сходим. И вот этих вот попробуем разобрать. Ой, бляха, муха. Воины, пехота. Я забыл, что я на меньшинстве гоняю. Блять, еще и не взял. Ну, я придурок, конечно. Заберут. Стреляйте, лучники, ёпта. Блять. Как я коня-то не взял? Ой, затащили. Один остался. Сука, можно было бы его сказнить, я его казнил. Уроды. Надо не забывать. Отвалите, отвалите, отвалите. 3,5, 3,1. Ну они сейчас меня возьмут в плен. Твою мать. Нет, отвалили. Да, это было. Это было страшно.
Так, ну по идее там... Давайте, пофиг. Да, давайте, пофиг. Южный Империя бьет войну в Ботании. Прекрасно. Как я буду сдавать этому зеленому человечку? СПП. Берем. Тебя не берем. По идее, там должен быть сейчас только этот херов предваритель. Да. Хотя у меня хпшечек маленечко. Награбленного. Ой, и все. Так, мы идем за своим товарищем. Все, я вспомнил. Кого я набрал сейчас? Имперский, окей. Вот, атлетика вкачалась. Итак, дополнительные стрелы. Две стрелы в каждый колчан, если вы научите начинайте битву пешим. И один количество медалей терен, если вы начинаете бой пешком. Давайте так вот. Пофиг. Двадцать шесть рыба, обалдеть. Да уж. Это хер. Блять, мне надо встретить еще троих товарищей. Сиране, так и было, сиране, блядь, а я оттуда ушел, да?
черный рынок. Не надо мне уже, был такой задание. Я его не догоню. Это что-то со скоростью надо делать с этой. Прям не хочет бегать быстро. 32. Давайте. Возьмем только лошадь. Забью. Everyone! Horsemen, after me! Так, ой-ой-ой, стоп. Archers, forward! Move! Soldier, move! Поехали, грабители. Давай сам. Бля, да вы что, охерели? Вот он в атаку. Бомжами, видите, все попроще, чем с войсками уже готовыми и обученными. Так, одного все-таки нам завалили. А, это кинжал какой-то. Нельзя. Винчик, кинчик. Лошадь. Опа, я прошел мимо. А, я забрал же. Все. Туплю. Давайте в Сиранею теперь пойдем. Так, денежка копится потихонечку. Да, плюс 49, это уже хорошо. Что не в минус. Ой. А, 8. С войсками ничего не могу, окей. Bowman! Forward! Ох ты, нихера себе!
Ох ты, нихера себе. Пехота в атаку, конница в атаку. Хорош. Все вот так, мы будем все есть. Щит уже разобьют, ребятки. Блять, пока отдавал команду, сука. Кого я взял? Не надо нам таких. Да я, конечно, лоханулся. Чего у нас без коня гоняет? И этот без коня. Да, потому что он с арбалетом, понял? А я что-то так бодренько пошел, у меня же нету здоровья. Должен находиться в одной местности с персонажем, чтобы поговорить с ним. Типа я не в этом. Не в его помещении. 475, чтобы уйти в зал. Иди нахер. А, кстати, надо сдать этих херов в рабство. Archers, move! Infantry, move! Attack!
горные жесткие. У них один пленный есть. Так, ты кто такой? Ты Санион. Из дома Мастерякос. Манчун, можете рассказать. Манчунка надо найти. Манчун. Ох, ё. Опа, 34. 34. У меня здоровья мало. 34. Не будем мы брать тебя, грабитель. У этих тоже здоровья не очень. У меня зато стрелков много. 8, 9 стрелков, да? 9 и 2, 11 стрелков. 11, 34. У меня здоровье, блядь. Было бы здоровье побольше. Да похеру. Идем. Нападет, значит, нападет. Напал. В лесу не очень хорошо. А, не в лесу. Это очень хорошо. А я коня не взял. Ой, блядь, это пиздец. Archers, move! Footman, move! Это жесть. Это пипец. Infect Maker Shield Wall! Archers! Крути их. Archers! Loose formation! А, что пускай бежит. О, даже очень кого не потеряли. Отлично. Вот этих я боюсь. С этими бы не хотелось встречаться. О, замок Герцегос. Я не могу ни на что повлиять. Нет у меня очков влияния, чтобы проголосовать за себя. Давайте без лошадки. Bowman forward! Они не должны дойти, они до нас. Move!
move! Footman, move! Infantry, forward! Опа, вот эти мне сейчас дадут люлей. Блядь, только его не ко мне не идите. Логово бандита вблизи Саголина. Давайте. Логово бандита. Лесные разбойники. Ну почему вот вы лесные разбойники? 20 человек, 24 человека. Охуеть. Давайте здесь качнемся. Не, 24 нам не осилить, стопудово. Так. Archers, move! Сюда. Infantry, вот сюда move! Заманивать. Я опять без клоня. Так, конница, пока ждем. Конница. Кавал Джордж! Инфантри! Пехота сюда. Все. А, нет, смотрите, вернулись. Сюда пошел. Давайте денек, наверное, подождем. Что они отсюда рассосутся. Часть. 20 это очень много. 24 лесных разбойников это очень много. Сколько у нас? 8 дней. Пару дней можно подождать. Аренда обработанной земли. Только чувствую, чую, добавятся сюда. Придут в логово. Да ладно, хер с ним. Работаем издалека по возможности. Не хочу я вас брать. Плохие.
сколько можем, стреляем. А я со щитом, потому что они по мне будут стрелять. Стреляйте, ребятки. Блять, дотянуться бы этот скин сделать. Весь разобьем. Блядь, сколько мы стрел насобирали. Где вы? А, вон они приходят. Да, так, а лук я могу же взять? Кажется, что просто... Нет, лучше я буду щитом все. Щит почти практически разбит. Так, и вот отсюда еще сейчас будем ждать. Ух, ёшки-матрёшки. Не, я с первого раза, наверное, не возьму это. Они сейчас щит не разобьют и всё. Сколько насобирали стрел, жесть. Да, 14 завалили из 20. Это прикольно. Сейчас немного восстановимся. Вернемся. Главное, чтобы там не накопилось их еще больше. Кстати, по-моему, накопилось. Было 6.
проводите стадо. Окей. Нет, давай, я... Я потом возьму твое задание. Одиннадцать. Да, 9+2 стало 11. Ну, в принципе, это нормально. Сейчас только восстановим здоровье. Чего надо, боевой конь? Навык дисциплина. Оу, ребят, я вас не улучшу никогда. Навык дисциплины, я не знаю, как качать. Ай, только не заходи туда. Очень долго. Пойдемте. Как-то в этот раз не очень идет. Настроение давайте. Нет. Зря, наверное, отправил все-таки в атаку. Раз, два, три, четыре. Только четыре еще осталось. Щита хватает здоровья в итоге. Хераси. Ты зверюга какой-то, дядька. Не зря ты был предводителем здесь. О, лук появился. Отлично.
теперь есть лук и есть стрелы. Это если мы будем на штурм идти, будем брать этот лук. Гаси. Вакалат. Продаем, денежку копим. Так, 18, отлично. Давайте вот здесь ваниры, наверное, захерачим какой-нибудь караван. Попробуй караван все-таки. Да, у нас есть. А кого мы отправим туда? Стопе. У меня есть два спутника, да? Один вот этот. У него ноль разведки. Есть управление. Есть вот этот. У разведки до хера. И он типа кузнец. Ну, наверное, вот его и отправим. Кузнеца. Надеюсь, да, он принесет там прибыль. Пока минус 225, охереть. Королевская плюс 100, отряд 110. А, караван пока в минус 215 работает. Ну ладно, я думаю, тихонечку начнет приносить прибыль. Так, а мы хотели найти этого хера. Вот этого. Он Вампрелла был.
пока мы с вами не воюем, надо быстренько-быстренько поговорить с остатками. Опа, идем сюда. Идем сюда, сказал. Типа мы ему поможем. О, спасибо за вашу помощь. Мы еще даже представляем друг друга, как зовут. Суи. А, нихера себе, у него глаз. Два дня назад было. Где-то она путешествует, короче. Ты юхуя себе. О, меня хотят замок отдать. Хера себе. Ворон за меня и Орос дали. Короче, надо хорошие отношения поддерживать. Вать с ребятишками. Какая у него скорость? 3, 4, 5 метров и 6. Меня сейчас плен заберет. Ёшки-матрёшки, он на меня уже нацелился по-любому. Ууу, мимо проскочил, охереть. А я чё сюда пришёл? А, я этого же ищу, чувака. У меня же нет задания. Я тупо ищу чувака. Дьявол является владельцем. Так, окей. Мисуи. Сбегает из племя. И черти где теперь она, блин. Этот в усеке каком-то. Усек. Ну, идем на эту сторону, короче, чем здесь. Ваши отношения с... чего там? Уйди от меня. Короче, ищем ее вот здесь пока. Чувих, вот она. Чудо. Сейчас ей еще и поможем. Все. Еще двоих осталось. Так, следующий у нас кто? Этот хер, который их главный главарь. Усеки также его видели. Вот он. Мачунг, мачунг. Ему
поможем. Так, итого остался один. Кто-то. Так, я, наверное, у зелененьких кубатанцев хватается. Так, уже в плюс пошли. Просто думаю сейчас, где нам взять. Этот лесной народ ничего не скажет. Вот с этим, а это крестьяне. Не будет взять. Опа. Ничего себе. Холодно в воде это стоит. Очень я медленно хожу, конечно. Move! Infantry! Forward! Give them hell! Soldier, form a wall! Infant charge! Ух ты! The hell with you!
Кажется, мне куда-нибудь сюда надо идти. Блин, они сейчас меня будут убивать. Мы с ними воюем. Вот с этим чуваком. О! Если это с этим хотя бы войны нету, будет попроще. Пропустили меня. Следующий это минус 57, 799, 99, 900. Минус 115. Чё-то, блядь, в минус я пошёл. Минус 167. Не вижу вообще от каравана. Ёпта, у меня появился мой замок. Ёшки-матрёшки. У меня есть моё этот... Почему я себя не могу назначить? Вы не можете... А может, не сможете назначить себя губернатором? У него нет вообще никакого управления. Кого он там науправляет? Нам все-таки влупили один замок. Процветание плюс 700, плюс 300. Запас пищи минус 25, гарнизон 101, ополчение 43, верность 98, стены 1. Короче, надо мне идти туда, как его только найти, за Утейлайм. Замок Утейлайм. День в жопе мира, по идее. Ну, как мы и предполагали. На самой передовой, но похеру, сейчас пойдем туда. Здесь только вот этих найдем, понцев. Семь дней назад. Пойдемте. Так, рыба. По 32. Идемте в свой замок. Блять, как неудачно. Я еще без лошади. Archers! Move! Forward!
Infantry! Move! Form a shield wall! Archers, forward! Infantry, move! Move! Devil, kill them all! Ёшки, как далеко. Опа, замах мой уже захватили, пока я в него шел. Ну, да, спасибо, игра. Нормас. Их. Не успели поуправлять, блядь. Infantry! Forward! Footmen! Move!
Ладно. Ой, блядь. Move! Ох, ёшки. Очень неприятный ландшафтик. Infants, move! Archers, move! Я без коня. Где они? А, вот они. Everyone, shields up! Наш замок защитника 143. Опа, вот как вот с ним мне сейчас поговорить? Макеп. Вот я, по идее, с ним должен переговорить. Переговорить будет можно, но он тогда меня... Они меня положат. Есть способ. Сейчас. Хрен. Блять. Придурок. Ну ладно. Снес нахер одного. Ладно, придется посидеть в плену. Да, я думал, что будет активно все-таки. Тема вся. Так, давай, 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 ребятишки, давайте. Отлично, сейчас вы меня высвободите.
Да-да-да, валите их на бок, ломайте им хер. Эй! Я с вами. Онгид. Ну давайте вот к Онгиду пойдем. 4 дня назад. Блять, мы там его не найдем, конечно. Так, вы будете мне же замок возвращать, нет? Ребятки. Призываем нашего мальчишку назад. Че у него по имуществу-то? Все забрали, нет? Седло забрали, суки. И лук. Давайте потренируем. Так, а я пока без седла, да? Не факт, конечно, что мы сейчас выживем. Блять, опять забыл взять седло, придурок. Ну тогда это смерть. Затащит. А, у меня еще и жизни нет. Хера, блядь. Здоровье, вернее. Тащим. Надо в какой-то город сбегать. Ребята, отстаньте. Ребята. Смотри, сколько за мной гонится. Почувствуй себя в их шкуре. Рыба. Рыбы нет. По двенашке вроде нормальная цена.
принципе, их трое. Давайте, наверное, все Charge! Вот так. Четыре шестьсот. Три семьсот. Давайте пока вот эту возьмем, наверное. Для начала. Вот он, последний мой человек, Олег. Олег, я тебя жду. Стою здесь и жду. Олег, стой. Все, наконец-то. Так, а сюда я, наверное, и не попаду никак, да? Где мой хер маршевый, которого я вызвал на подкрепление? Он у меня уже, что ли? А, он со мной уже? Здрасте. So what brings you to me? Oh. Итак, что тебя привело ко мне? Is that true? Короче, у меня есть там знамя, все дела. The banner, but it's of little use in itself. The banner of Calradius is part of a legend. If you can find the missing piece, если хочешь найти остальные части, тебе надо пойти туда-то. Собирай знамя во имя империи. Good. I do. Хорошо. When you... Короче, сейчас надо будет завалить. Становимся здоровьем. Все, макеп нам не надо. Сюда нам. Иди принять решение. Нет, не хотим. Сюда нам не надо. Сюда нам не надо. Иди. Вот это укрытие. Так, а где этот хер теперь? А, пленник у лесных разбойников. Как ты к ним попал-то? Осторожно.
никого, да? Блять, я не туда пошел. Куда они пошли, когда не было никого? Охереть, куда они пошли? Мы же всегда вот здесь пробегали. Через горы полезли. Я с кем-то воюю. For glory! My dog! Короче, надо теперь ждать, пока будет перемирие между ботанцами, да. Перцами. Опа, есть перемирие. Отлично. Поехали к этому товарищу. Сбежал наш человечек. С плена сейчас заберем его тоже. Короче, мне то же самое рассказывают, что это супер знамя. Оно будет вдохновлять всех и кругом. Я хочу
Видеть уничтоженный мир. Окей. Иди завали главаря банды. Вот этой. И забери у него третий кусочек знамени. Все просто. Блять, время уже пипец. Так, во-первых, все на счету, во-вторых, все в атаку. Все в атаку. И стрелять по умолчанию. Так, крестьяне сейчас не погибнут, с тобой до. Развернеть это знамя, то люди узнают, что он думал, был давно утрачен, это произведет сильное впечатление. Очевидно, что вы были выбраны небесами для великой цели. На моих глазах ожидается новая легенда, позвольте мне называть вас лордом знамени. Окей? На мой взгляд, у вас есть два варианта. Вы можете создать собственную королевство, либо поддержать существующую. Как мне создать собственную? Вам нужно выполнить определенные условия, в зависимости от любого государства, известности вашего клана. Собрать достаточное количество людей. Вы не должны владеть поселением, которое не является... Наконец, вы должны владеть поселением, которое не является имперским. Найдите меня, когда будешь готов. Давайте послушаем. Вы должны присоединиться к королевству, которое вы хотите поддержать, поговорив с лидером. Моя информация сообщает, когда вы только сообщите свою поддержку. Ну все. Я думаю, на этом можно закончить сегодняшний стрим. Не факт, что последний сегодня. А, от этого хера нам надо еще забрать. Кузнеца своего. Эх, не успел помочь.
Так, и надо опять копить деньги. Теперь на... Опа, его здесь нету. А где же ты, чудик? Ошибись. Так, блин, ладно, давайте сохраняемся. И будем выходить. Следующий стрим тогда начнем с того момента, когда мы найдем своего чувака. Ну и после этого уже будем думать дальше, что, как нам выступать. Сегодня прощаюсь со всеми. Спасибо всем, кто заглядывал. Кто будет пересматривать, смотреть, буду ждать на следующих стримах. Всем хорошего дня. Всего хорошего.